Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам немного про нашу столовую. На кампусе у нас есть две столовые. Однако из-за новогодних праздников и каникул самая большая столовая, в которой есть три этажа, магазин с фруктами, кофейня и другие магазинчики временно закрыты. Поэтому сегодня я покажу вам вторую столовую, в которой мы чаще всего обедаем. Здесь также есть три этажа с едой, но из-за праздников сейчас работают только два из них. Давайте отправимся на второй этаж. Здесь большое разнообразие еды, но я обычно беру овощи и курицу. На этом этаже также можно купить кофе, но в настоящее время эта возможность временно недоступна. Поднимаемся еще на третий этаж, помимо этажа с едой, здесь также располагается небольшая кофейня. Ну вот и все, всем бай-бай!